Здравствуйте. Сейчас я пытаюсь устроиться на работу. Но что происходит? Значит, меня приглашают как официантка на острове, сезон, поэтому эта работа находится только такая. В сезон меня приглашают в один, второй, третий, четвертый рестораны. Что происходит? Одно и то же. То есть меня приглашают не на работу, а чтобы, значит, посыпать в еду химию. То есть, потому как я очистилась, и раньше, которые у меня электрошоковые, когда была полна химии, мне электрошоки делали такие, затылка какая-то, с одной точки в затылке у меня и шел электрический разряд, и в ноги сильный, очень болезненный, и, ну, в общем, электрошок какой-то очень сильный, я падала просто-напросто. Стоя, я падала на колени, и, вот такое, значит. Они, и я очистилась от этой химии, значит, они сейчас пытаются меня наполнить этой химией всякими путями, так как я дома не оставляю ни еды, ни той пищи, которую они могут отравить. Делаю маленькие, очень маленькие покупки и ношу с собой воду, например, ношу с собой, дома не оставляю ничего. То есть они подсыпать не могут. Что они делают? Значит, я прихожу в ресторан, оставляю свои вещи, где остаются в шкафчиках, да, и работаешь. Потом они меня просто немножко дальше держат от шкафчиков и там, где мой рюкзачок стоит, где стоит вода, и подсыпается. Подсыпается в эту воду, подсыпается в продукты, которые я носила с собой, подсыпается в тот же мою тарелку, если ужинаю я лично в мою тарелку подсыпается, или в кофе, который мне предлагается, после ужина якобы кофе, они там его подслащивают, и потом я выпивала, вот чувствовала, что там есть химическое какой-то состав, потому что у меня эффект, у меня даже спрашивали, а какой у тебя эффект? Эффект головокружения и белые, черные пятна перед глазами, и чешется все тело, в общем, неприятно. И потом от этого химического соединения погибли мои щенки. Это яд для организма, а для едва родившегося организма сразу их убило, моих щенков. Через 2 дня они мне молоко отравили, а я кормила моих щенков, едва родившихся, молоком, так как не было у собачки молочка, мамочки. Вот, и я кормила им козьим молоком. Они прекрасно знали, отравили его в магазине. Меня подвезли к этому магазину, именно к этому, где уже было отравленное молоко. Я это молоко купила. Вот, потому что меня подвезли просто к порогу, потому что не оставили мне даже где-то вне, где я была, могла по пути где-то купить молоко еще. Именно к этому магазину меня подвезли к порогу, где я купила это молоко, которое уже было отравлено, думаю, какой-то иголкой, какой-то чем. Потому как щенки сразу поели, они очень себя плохо почувствовали. Изменилось, в общем, такого сиреневого цвета, животики раздулись и же сиреневого цвета стали. Я побежала к ветеринару, но не смогли мы их спасти, никого при том, никого абсолютно, все погибли щенки, все разом, вот, поэтому это яд, потому что я большая, поэтому я выжила. А, я увидела это состояние щенков и, естественно, глотнула сразу же этого молока, что такое может быть в этом молоке. И почувствовала очень сильное, мне прям сразу же закололо везде, закружилась голова, прям сразу мне поплохело, потому что был очень концентрирован состав этой химии, вот моментально, и щеночки мои все погибли, вот, эти убийцы. Ой, смерть вам всем. Придет, ребята, придет вам, все ответите. Закон бумеранга никто не отменял. Все придет вам. Вот, значит, меня дальше кормят этой химией. Вот таким образом, да, то есть на работе. Потом я, конечно, это выясняю отношения. И, естественно, все, я ухожу. То есть 2-3 дня, и я ухожу. 2-3 дня, и я ухожу с работы. Вот такие-то дела. Спасибо всем. Добра вам.